Оглушительный рев моторов нарушит тишину города металлургов. В Мончегорске 24 сентября пройдут соревнования по мотокроссу. В рамках чемпионата и первенства Мурманской области мотоциклисты будут покорять горный рельеф. Провести выходные можно с пользой для общества. У мурманского Алёши волонтеры проведут субботник в рамках проекта «Сохраним память». Позже добровольцы приведут в порядок 5 объектов культурного наследия. Это памятник 6-й героической комсомольской батареи, здание научного института имени Книповича, ледокол «Ленин» и «Ермак». В воскресенье в долине Уюта состоится чемпионат по лыжным гонкам. Отсутствие снежного покрова совсем не препятствие для настоящих спортсменов. Передвигаться они будут на лыжероллерах масс-стартом в свободном стиле. В столице Кольского Заполярья будут отмечать День туризма. В программе дня туристическая выставка, открытие фудкорта «Вкус Арктики», мастер-классы, бесплатные и платные экскурсии и квест беспроигрышной лотереи. Если вы не сможете побывать на мероприятиях в эти выходные, то подробности увидите в программе «Новости в понедельник». Александра Пескова, ТВ 21+.